124-летнее здание было охвачено огнем. 30 пожарных пытались справиться с огнем и не допустить, чтобы пламя перебросилось на дом пастора и другие соседние дома. Кевин, отвечаешь за пожарное оборудование. Пламя перекинулось на колокольню. Почувствовав опасность, начальник пожарной команды приказал оцепить всю зону, прилегающую к башне. Команда спасателей попросила снять оцепление на то время, пока один из сотрудников пройдет туда, чтобы установить автоматический пожарный шланг. Пока ничего не подозревающий пожарный двигался к заданной позиции, он заметил, что башня начинает обрушиваться. Он повернулся и побежал назад, но споткнулся и упал, как и верхушка башни. «Проверьте, все ли с ним в порядке!» Сослуживцы бросаются на помощь. «Он выбрался оттуда!» Горящая башня обрушилась практически на пожарного, упав всего в метре от него. Он ушел без единой царапины. Остальные члены команды сражались с огнем еще 3 часа. Власти уверены, что пожар вызвала неисправная проводка. Пожар полностью уничтожил церковь Святого Патрика. Сегодня на ее месте расположена стоянка для автомобилей.